Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями компании Anheuser-Busch InBev. Это крупнейшее предприятие перерабатывающей отрасли. В структуру компании находится завод «Сан InBev» на Новочебоксарске. Стороны обсудили ситуацию в отрасли. Она непростая. Этот рынок сейчас в депрессии. По сообщению вице-президента Anheuser-Busch InBev Андрея Губки, произошло падение на 20%. Он также рассказал о закрытии завода в Курске. Судьба его сейчас решается. Ну и прогнозы у пивоваров неутешительны. Антиалкогольное законодательство становится жестче. В полную силу это можно будет почувствовать с начала следующего года. 2013 принесет с собой еще и повышение акцизов. Акциз в 2009 году акциз был 3 рубля, в следующем году он будет 15, 500%. Ну, для отрасли, конечно, это далеко не простой такой момент. По сути, вот 2010 год все компании работали над поддержанием отрасли, а не над своей прибыльностью. А 2011 год уже как-то так начали о себе и 2012 задумываться. В результате рынок начал падать. Несмотря на кризисные моменты в отрасли, атмосфера на предприятии «Сан-Инбев» хорошая. Социальный пакет поддерживаем мы достаточно на очень таком хорошем уровне и практически ни в чем не упали в данном случае. Какие-то сокращения, которые были по персоналу, они, скажем так, минимальны. И в целом настроение хорошее. Зарплата достойна до вас, так что... Зарплата, льготы, работа интересная, перспективы роста. Михаил Игнатьев отметил, что правительство республики готово рассмотреть предложение о необходимой поддержке.